Вы смотрите отзыв об отеле Aqua Hotel & Spa. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Натахон, который был в нем в 2011 году. Раквере – милый, тихий городок между Таллином и Нарвой. Отель расположен в самом центре, недалеко от развалин замка и Троицкой церкви, ее видно из бассейна и некоторых номеров. Отель третьехэтажный, оформлен в приятных сиренево-фиолетовых тонах. Персонал мил, приветлив и отзывчив. Не весь персонал понимает русский, но лично мое мнение, уже стыдно не знать элементарный английский, туристам, избалованным Турцией и Египтом, где все русские понимают. Завтраки в ресторане Мэтца, разнообразный набор блюд, овощи, фрикадельки и сосиски, различная рыба, мясная нарезка, яйца, соки, выпечка, фрукты. Очень понравился чай Magic Green, не более 2 евро за чайничек. Номер, двуспальная кровать, холодильник с мини-баром, вместительный шкаф с сейфом, ТВ, интернет-кабель, на полу приятный ковролин, халат, для посещения водного центра. Не забудьте с собой резиновые тапочки. В ванной пол с подогревом, душ, фен, имеется струна для сушки белья, от унитаза к душу. Водный центр, бассейны есть и для детей, и для взрослых, плюс спортивный бассейн с дорожками. В одной части бассейна, поток бегущей воды и волновой бассейн с тропическим дождем и водной стеной, который выложен синей плиткой, отсюда ощущение того, что ты находишься в море. В основном бассейне есть различные гидромассажные сиденья, водные струи. Отдельно 2 джакузи. Также есть крытая горка и бассейн на улице, попасть в который можно как с села улицы, так и из водного центра. В банном комплексе, калдариум, арома, святой звукотерапия, 8 бань, если правильно посчитала, финская, с различными температурами, паровая, турецкая, сухая аромасауна, инфракрасная, соляная. Также есть небольшой бассейн с ледяной водой, для погружения после сауны. Прогулка по Раквере. Городок небольшой, компактный, в основном малоэтажный, все, что может понадобиться. Все под рукой, машин немного, поэтому тут отдыхаешь от городской суеты и большого транспортного потока. Все достопримечательности в 10 минутах от отеля. Раквирский замок, Визенберг. Внутрь попасть не удалось, но с удовольствием прогулялась вокруг него. Рядом скульптура Тура, быка с длинными рогами, это символ Раквера. Недалеко от отеля есть средневековая Троицкая церковь. Как итог, отель, где отдыхаешь и телом, и душой. Я очень довольна. Привет, в марте иду в Ригу в Эволон. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.